Выставочный плакат «ТОС на Прудной» готовила лично его председатель Ольга Туманова. Здесь фотографии ее бабушки, мамы, ее самой и трех детей. И все заняты благоустройством родной территории. В Дне соседей ТОС участвует уже 10 лет. И каждый раз, говорят, размах все больше. Это совершенно другой масштаб. Совершенно другие люди, которые развиваются каждый год. И мы становимся больше. У нас больше всего интересного. Больше молодежи. Молодежи, всяких анимаций. Идея такого праздника, как День соседей, появилась в стране еще в далеком 2006-м. И с каждым годом в празднике принимает участие все больше людей. А рязанцы к празднику присоединились одними из первых уже в 2008-м. Начинали понемногу. Сначала на уровне одного дома, потом одного ТОСа и постепенно охватывали все больше и больше домов, улиц, районов. Это история большого флешмоба, большой дружбы, большого сотрудничества и большой возможности встретиться вместе и в нашей огромной суетной жизни остановиться, выпить чаю, повидаться, познакомиться и передохнуть, посмотреть, на что есть вокруг тебя. Здорово, что есть такие моменты, здорово, что Рязань присоединяется в этом году к большому федеральному флешмобу. Сегодня в Верхнем городском парке каждый председатель ТОС приготовил свою активность. Кто-то рассказывает о рассаде, делится секретами, другие обучают танцам и пению, третьи угощают вкусным чаем с блинами и пирогами. Здесь все становятся не просто коллегами и единомышленниками, а добрыми друзьями. Так, по-доброму, весело и празднично рязанцы дали старт всероссийскому празднику. В прошлом году мы перешагнули цифру 3000 площадок по всей России. Это 3000 дворов, 3000 улиц, 3000 чаепитий, 3000 таких площадок. В этом году 10 уровней, это будет еще больше. Мы сегодня начинаем в Рязани. И начиная с сегодняшнего вечера, этот праздник покатится, начиная от Южно-Сахалинска и до Калининграда. Соответственно, федеральная Рязань посередине большой страны является центром и точкой старта Дня соседей в России в этом году. Уже сегодня День соседей отметят больше, чем в 70 регионах. А цифру в 3000 площадок, как отметил Сергей Кузнецов, Россия уже перешагнула и будет двигаться дальше. Праздник будет шире и ярче, при этом сохранится главная идея торжества – домашний праздник, сближающий соседей.